субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, будет идти снег. Температура воздуха днем в разбеге минус 3 плюс 1 градус, ночью 2-6 ниже 0. Ветер преимущественно северного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, выпадет снег, днем плюс 1 градус, ночью минус 2. Северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и снег, днем минус 1 градус, ночью 4 ниже 0. Ветер северного направления 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, утром небольшой снег, днем минус 2 градуса, ночью минус 6. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 84%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.